Мы хотим вас поздравить, потому что вы находитесь в том месте, где вы можете оставаться для длительной, именно для длительного шага, для длительного пути. Our project started as a vision to create a real, sustainable blockchain ecosystem for the world. И у нашего блокчейн-проекта есть непосредственно большое видение для того, чтобы создать данную систему, которая могла бы быть интегрирована во все элементы нашей жизни, то есть блокчейн world. And to create an ecosystem that offers the opportunity to really live on cryptocurrency and to use blockchain technology in everyday life for many, many, many years to come. И создать для людей возможности, вот как раз таки пользуясь тем, что мы здесь создаем в рамках того, что есть в нашей экосистеме, сделать так, чтобы люди могли пользоваться блокчейном просто, легко, без каких-либо заморочек, тратить криптовалюту, зарабатывать криптовалюту и так далее. And yes, there are passive income streams within it, but there is so much more because we are starting to open up into various industries that will use our blockchain ecosystem. И это еще не просто, да, то есть, по сути дела, мы не просто делаем упрощенную модель того, что можно пользоваться криптовалютой, но мы еще и создаем возможности для людей в плане того, чтобы они могли использовать в рамках нашей экосистемы другие продукты, услуги, то есть чтобы был еще больше спрос, допустим, на нашу монету. And the MLM part, GS Partners of the bigger GSB Gold Standard Group ecosystem with G999 is just a small part. И то, что есть у нас сегодня, наша MLM-часть, которая составляет из GSB в GS Partners, как раз вот маленькая, это очень-очень маленькая часть от всего, что у нас есть. Excuse me, one just moment, I want to turn on probably my light, because it's dark, I think. Okay. I believe it's a bit better. Yeah, it is. Knowing this, it's important to realize that where we are going, no one in the world has done what we're about to do. И важно осознавать то, что мы сегодня совершаем и делаем, никто еще в мире до нас не делал, не совершал. And a lot of these different moving parts that we've been talking about are now starting to all come together. И все эти части разные, которые мы разрабатывали постепенно, они сейчас все соединяются воедино. And in this process, what we're going to see is a lot of people who are drawn to these high returns and these shiny objects, they will come and they will go. We will do a weeding out process to keep a strong, educated community who understand the deeper motive behind this. И что сегодня происходит, то есть, опять же, люди, которые сфокусированы на большой отдаче в плане прибыльности на проценты, они будут уходить из этого проекта и приходить обратно. То есть другая компания закрылась, они пришли обратно. Потом пошли в другую, где еще светлячок поймали, пришли обратно сюда. Но тем самым все равно приходят сюда по той самой причине, потому что здесь мы для длительного непосредственно забега. The great news is, if you are here today, you are part of the first 100,000 people who will form the core of this global family that we're building. Но хорошие новости заключаются в том, что вы сегодня состоите в топ 100 тысячах, да, людей, партнеров нашей компании, которые являются, можно сказать, ядром того, что мы только пытаемся основать. But what we are building will take time. We need infrastructure and development and all of these different things that in time will create a gradual ascent of the coin, ongoing, 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 and not a pump and dump like is in so many projects. Но важно понимать, то, что мы сегодня делаем, то, что мы сегодня закладываем, это имеет постепенно накопительный эффект в положительную сторону для нас всех, потому что мы не хотим, чтобы так произошло, наша монета вот была наряду с другими, которая была дала слишком большой памп, там, скажем, там, десятки, сотни тысяч процентов, и потом сразу дамп. Тогда мы ничем не отличаемся, и мы портим репутацию.
мы делаем это постепенно, но тем самым, знаете, грядут очень хорошие изменения. So far we've talked about a lot of things that are coming, like the gold bullion dealers and the cars, and of course our debit card and different passive income streams. И знаете, очень много разных элементов приходит, то есть это и наши карты, да, которые сейчас у нас есть, и сейчас будут другие карты использоваться для специальных других нужд, да, по безопасности. Также машины, автомобили — это вообще отдельная индустрия. И даже, например, золотые и драгметаллы, ну, как бы дилеры по драгметаллам и камням. And if you take everything we've mentioned so far, everything seems a bit disconnected, like we could go into all these different directions. И вы наверняка сейчас, слушая об этом всем, понимаете и немножко можете осознавать, что все это может казаться чуть-чуть как бы разделенным, как бы не связанные с друг дружком вообще вещи. То есть мы можем идти в любую часть индустрии, в которую только нам как бы вздумается идти. So with the company and the community, we are like the hub in the center of a wheel, and all of these different parts are like spokes on the wheel. Мы как компания и непосредственно комьюнити, то есть мы люди, являемся, можно сказать, как специальные ядро и спицы большого колеса, которое катится. То есть без нас не будет опоры для этого колеса. Now I want to introduce you to the wheel itself that brings it all together as one unified whole. И важно понимать, что само колесо по себе, если так проведем, да, параллель, оно определяется, можно сказать, как все, вот все эти сферы индустрии, которые мы пытаемся связать, они все связываются воедино. This was introduced to us yesterday during our global event by our CTO and our chairman of the board. And so today we will go over everything that was shared with us. Это было вчера представлено на нашей крупной презентации в 9 часов в Москве нашим CTO и как раз-таки председателем директоров нашей компании. So introducing BitCo World. Давайте посмотрим введение. Мы для вас сейчас представляем BitCo World. So the BitCo World, to put it simply, is a world map that shows every country around the world and all of the activity that happens in those countries. BitCo World — это один из элементов BitCo World, это как бы карта, на которой размещены страны, и в этих странах видно, какой деятельностью кто чем занимается. Every country will be evaluated according to its GDP, its population, and the amount of G999 blockchain activity that is happening in this area. И в этой, вот каждая страна, она будет обозначена такими тремя вещами. Первое — это ВВП страны, то есть валовый оборот. Потом второе, будет обозначено население, согласно реальным данным, допустим, которые даны в официальных, да, источниках. И третье, это использование криптоиндустрии в конкретной, вот, конкретной, допустим, стране или регионе. Now, each country having its own value, if you will, we as GS partners will have access to this map showing in real time what is happening everywhere in those countries. И, по сути дела, у каждой из этих стран или регионов, да, есть своя стоимость, да, то есть ценность. И мы, как партнеры GS Partners, будем видеть на этой карте конкретно каждые показатели, каждый из этих стран, которые там происходят. And over the next 6 months, starting at our launch date on June 26th, we will have the opportunity to claim ownership of different parts of the world. И начиная с 26 июня у нас будет возможность получать в собственность различные части того, что будет происходить в тех или иных странах. Think of it like a real world blockchain monopoly. Представьте это наподобие монополии на блокчейне, где мы видим реальную карту мира и реальные данные. You know, when you play the Monopoly game, you claim different areas, and then whatever happens in those areas, you get paid. Как в Монополии, кто знает эту игру, мы сначала должны охватить как можно большее количество территорий, и потом мы,
как люди, которые, соответственно, приобрели те или иные территории, получаем прибыль с того, что происходит на этих регионах и территориях. And this is where we transcend network marketing and we open up a whole other way of doing business on a global scale. И это тот самый момент, на котором мы, можно сказать, меняем парадигму всего сетевого маркетинга. Мы меняем понимание об этом и внедряем что-то новое, того, чего еще никто не делал. Everything you will see here today is the income generated from these places is on top of the compensation plan. So this is the company taking its percentage on everything and putting it for the community. Важно понимать, что то, что вы сейчас увидите, и с этой всей карты мира, это идет плюсом дополнительно к тому маркетинг-плану, который мы имеем. Это не вместе, точнее, это не заменяет его, это просто дополнительно. Компания берет небольшой процент от своей прибыли из своего кошелька и дает нам этот процент в комьюнити. So this will be a massive opportunity, especially also for those who build, because then you have the whole comp plan and you have the BitCo world together combined. И особенно сильную прибыль ощутят те, кто строит сегодня бизнес по той самой причине, потому что те, кто пользуются всеми бенефитами и возможностями компенсационного плана, который, маркетинг-плана, который у нас сегодня есть, и плюс, со второй стороны, у них еще будет Bitcoin World, эти две вещи принесут, ну, как бы, феноменальные результаты в плане возвратов, ну, как бы, в плане финансов, да, очень хороших финансов. Well, this is already being programmed as we speak. It is happening as we speak. What you're seeing here today is not a final version. It's only for presentation purposes. Очень хорошая новость то, что уже это разрабатывается. Вот тот момент, как мы сейчас говорим, это уже производится и уже как бы на моменте такой подготовленности, да. Но ту картинку, которую вы видите сегодня на экране, это все не окончательная версия того, как это будет выглядеть. To claim ownership in different regions, here is how it's going to work. A country will have a value that we can acquire this country, and the person who has okay, and there will be an auction for 6 months where people can bid on different countries to claim ownership. Чтобы тебе присвоить ту или иную страну или регион, в течение 6 месяцев будет открыт специальный аукцион. Как вы понимаете, у каждой страны есть своя стоимость, ценность, да? И люди будут голосовать, то есть брать относительно своих возможностей, делать ставки на те или иные регионы. The person with the highest bid at the end of the auction over the 6-month period will become the owner, also known as president of that country. По истечению 6 месяцев этого аукциона человек, у которого будет самая высокая ставка на ту или иную страну, соответственно, становится президентом этой страны относительно нашего плана. The second highest bid will become vice president. Соответственно, на втором месте по величине ставка будет присваиваться человеку вице-президент. Next one senator, next one congress, next one governor, next one mayor. Следующий сенатор, потом конгрессмен, потом, значит, governor, да, потом mayor и потом, соответственно, уже гражданин страны. And everyone else, the lowest bid of a country will become simply citizens of that country. И все, кто были по, ну, как по ставкам своим были ниже всего, все остальные люди будут становиться гражданами этой страны. And these positions, for example, president, is for life. И эти позиции, как, например, вы стали президентом, это на всю жизнь, то есть это ваша позиция. So let's use an example. Let's say the cost of a country was $100,000. Давайте возьмем такой пример. Скажем, стоимость какой-то энной страны, да, это $100,000 USDT. Everyone bidding, of course, will whoever has over $100,000 USDT, that is the highest bidder, of course, would become president.
Конечно же, понятное дело, тот человек, у которого есть 100 тысяч USDT уже, он сразу будет становиться как бы на ранг выше всех по той самой причине, потому что у него уже есть эта сумма, чтобы выкупить эту страну. And all of the people in this hierarchy are part of a separate compensation plan, not the GSP compensation plan, a separate one. И люди, которые внутри этой страны, они становятся также, можно сказать, частью, они делят часть компенсационного плана, который заключен внутри в рамках этой страны. Это отдельный компенсационный план, который один, как бы это отдельно два компенсационных плана. То, что есть GS Partners, то, что здесь. Вот здесь это будет отдельно. And everything that happens in that country or with anyone from that country, all the services, all the products and all the pools from that country go into this compensation plan. И важно понимать, что все, что происходит в этой стране, все сервисы, которые продают и продаются в этой стране, все продукты, которые продаются в этой стране, все пулы, которые есть в этой стране, они идут на компенсационный план именно этой страны. So, how does it work? Basically, the way to enter into the auction, we will have country advantage memberships. So they're packages that give us access to the auction. У нас будет для того, чтобы получить доступ к аукциону, различные пакеты, которые будут называться Partners Advantage как раз membership, да, то есть это партнер, это специальные пакеты, которые нам дадут возможность получить доступ к аукциону. And there are two currencies that we can use to bid in the auction. One, G999 coins, two, legacy points. И там есть две валюты внутри, которые мы можем пользоваться для того, чтобы делать ставки внутри этого аукциона. Первое — это непосредственно наши USDT, да? И второе — это, соответственно, legacy points. And these G999 coins and these legacy points will have a purchasing power based on a few factors. То есть там будут использоваться две валюты, G39 и legacy points, да, эти две валюты, и они будут иметь определенные как бы стоимости и факторы. So here's the compensation plans, and then after that we're going to break down how to acquire a country. И вот какой компенсационный план. После этого мы немножко поговорим о том, как приобрести же страну. The president will earn 18% of all the commissionable value of everything that happens in their country. Президент будет иметь 18% можно сказать, со всего объема, который идет на комиссии внутри его страны. The vice president 12%. Senator 8, Congress 6, Governor 4, Mayor 2. Вице-президент 12, сенатор 8, конгрессмен 6, значит, губернатор 4 и мэр 2. Then all the citizens will split the remaining percentage. The numbers are not final. All the remaining citizens together will split the remaining percentage. Граждане же, в свою очередь, то есть будут делить оставшиеся проценты, которые идут после распределения выше упомянутых. Obviously, we don't have final numbers right now. This is all being calculated as we speak. У нас, на самом деле, еще как бы нету точных, вот под конец подведенных цифр, да, но мы сейчас, пока мы сейчас говорим, они сейчас, можно сказать, уже подводятся. So to start or to enter into the auction, we will have three packages to enter into it. They don't have names yet, just package A, package B, package C. Чтобы войти в эти аукционы, у нас будет три пакета, которые можно будет, соответственно, приобрести. И пока что у нас нет на них имен, но они будут называться примерно. Ну, то есть сейчас мы их назовем пакет А, пакет Б, пакет С. Each package will come with an NFT passport, and I'm going to explain this in a moment. Каждый пакет будет идти со своим NFT паспортом. Мы сейчас объясним, что это такое. Every package will also come with a GS lifestyle card. But if there's a person getting the package who already has a GS lifestyle card,
or they're in a country where they can't get one, they will receive a voucher that they can give the card to someone else. Также в этих пакетах будут включены определенные GS Lifestyle карты. То есть, например, базовая, алюминиевая или stainless steel. Но если у вас, допустим, нет возможности ее заказать, или у вас уже есть эта карта, то будет возможность получить ваучер, чтобы ее подарить своему партнеру или сделать какой-то розыгрыш внутри своей команды. Each package will also come with different signature cards. We know the signature cards for G99 will have many functions in the ecosystem. Также будет каждый пакет идти со своими signature картами. То есть вы знаете, что signature карта будет иметь определенную функцию в нашей экосистеме. And the package we get will also determine the value that our legacy points are worth in USDT. И в зависимости от купленного вами пакета будет определяться стоимость одного legacy point'а, который есть у вас непосредственно, то есть от количества legacy point'ов, которые у вас есть. То есть один legacy point будет стоить определенное количество денег. So if you have a small package, every legacy point you have will be worth 60 cents USDT. Например, в случае с пакетом А, каждый один legacy point будет стоить 0,6 доллара, то есть 60 центов USDT. If you have the second package, 80 cents per legacy point. В случае со вторым пакетом это 80 центов за один legacy point. And the third package, you will get $1 USDT for every legacy point you have. И в случае с пакетом С, это будет $1 за каждый legacy point, который у вас есть. So, this is for the legacy points. Obviously, their value is determined by your package, and you can use those legacy points to acquire countries. То есть, по сути дела, с ценностью, надеюсь, что вам понятно. То есть вы сегодня накапливаете legacy поинты, и в дальнейшем будете накапливать legacy поинты. И когда мы накапливаем legacy поинты, они будут иметь, то есть как покупную способность для того, чтобы мы могли покупать за них, за их стоимость определенные страны. And this is important, so we'll go slow. Maybe you can write down some notes. И это очень важно, поэтому мы будем двигаться сейчас медленно. Возьмите сейчас ручку, тетрадь и делайте обязательно записи, чтобы потом передать своей команде и самим понять. The value of your G999 coins will be determined by what package you have and when during the auction you use them. Стоимость монет G3-9 на момент использования их во время аукциона для приобретения стран будет определяться купленным вами пакетом. Надеюсь, это было понятно. То есть в зависимости от купленного вами пакета А, Б, С, вы будете иметь определенную стоимость на ваши G3-9 для приобретения стран. The G999 that we have, even though maybe we're paying half a cent for it, the minimum value that they will have to make purchases in Bitco World is 2 cents. That's the minimum. Но для того, чтобы мы могли, независимо от того, сколько сегодня монета стоит на бирже, на момент того, как мы будем приобретать страны внутри нашей экосистемы Bitco World, минимальный перерасчет этой монеты – это 2 цента. Минимум 2 цента перерасчет одной монеты G3-9, чтобы приобрести страну Bitco World. But let's say in 2 months, G999, let's say, is 15 cents on the market. Then that would be its purchasing power. Ну, давайте приведем, а вдруг цена монеты, допустим, в течение 2 месяцев там будет 15 центов, то на момент того, как цена монеты 2 цента и выше на рынке, там внутри Bitco World она тоже будет подниматься, то есть будет браться самая максимальная цена на рынке. То есть, например, если будет 15 центов, то по 15 центов будет считаться каждая монета G3-9 внутри Bitco World. So let's use an example. Let's say the G999 is worth 10 cents on the market. So now you have your G999 and they have 10 cent worth purchasing power for Bitco World. То есть, допустим, цена одной монеты G3-9 на рынке 10 центов, и, соответственно, у вас на те же самые 10 центов на одну монету есть покупательная способность внутри Bitco World, чтобы приобретать страны. So, for example, if you have 100,000 G999 you want to use, they're worth 10 cents each. Now you have $10,000 of purchasing power. Например, в случае монета стоит 10 центов на всем рынке,
Соответственно, также Bitcoin World, она стоит 10 центов по самому высокому курсу. 100 тысяч монет, это получается 10 тысяч долларов, ваша покупная способность на приобретение Bitcoin World. Now, depending on which package you have and what month in the auction you do, you're also going to get a multiplier. В зависимости от того пакета, который вы будете приобретать, и в зависимости от месяца, в который вы будете участвовать в аукционе, вам будет присвоен определенный мультипликатор, то есть умножение стоимости, то есть мультипликатор. So remember, the auction will last for 6 months and it begins at launch, right? So on June 26th, 1 month, 2 months, 3 months, all the way to December 26th. То есть вы помните, да, что наш аукцион будет длиться 6 месяцев, начиная с 26 июня, то есть это 6 месяцев до 26 декабря получается. And depending on your package, your multiplier will get higher and higher with the bigger packages. Но в зависимости от вашего пакета, ваш мультипликатор на ваши приобретения будет, соответственно, разниться. То есть чем выше ваш пакет, тем больше мультипликатор. So now let's pretend someone uses a million G99s and they are worth 10 cents each. So it's $100,000 and they grab package C. Например, давайте возьмем такие исходные данные к расчету, что цена одной монеты 10 центов, у человека есть 1 миллион монет, соответственно, его покупательная способность 100 тысяч USDT, ну, долларов, да, и он купил, допустим, ну, на тот момент пакет номер C. And this person, right in the first month, they decide to maybe buy Russia, for example. И этот человек, скажем, уже в первом месяце решает пакетом C, ну, скажем, страну какую-то, Россию. So with their package, in the first month, they would get a 700% purchasing power with their G999. И с этим пакетом C у человека в первый месяц есть 700% на то, что он имеет, покупательная способность к этой стране. So a million G999, 10 cents each is 100,000. Times 7, now they would have $700,000 to buy Russia. И получается, что человек с пакетом C в месяц один, имея 1 миллион монет, которые по 10 центов, это 100 тысяч долларов, на 700% умножаем, значит, 700 тысяч долларов, покупательная способность, чтобы купить, допустим, там страну, скажем, как в примере Россия. And on top of that, maybe this person has, I don't know, 30,000 legacy points. And because they have package C, they also have $30,000 of legacy points. И скажем, у человека есть вот с этим пакетом C, а вдруг где-то у него завалялось еще 30 тысяч legacy points, он их накопил, то здесь в пакете C legacy points считаются 1:1 к доллару, то есть у него еще есть 30 тысяч долларов на покупательную способность в этой стране, да, то есть еще 30 тысяч долларов сверху. So let's say Russia is $100,000. Well, now they have $730,000. And let's say they put $100,000, but someone puts in $101,000. Well, they can come back and put $102,000. And they have $730,000 that they can play with to try and win the president position. То есть получается у непосредственно, то есть, допустим, человек сделал ход, да, у него есть аж 700 тысяч 30 долларов на приобретение этого места, да, и, допустим, кто-то приходит и вводит еще одну сумму, да, на порядок больше. Еще кто-то приходит еще больше, да, то есть у него есть монеты legacy points. И, соответственно, тем самым они борются за это место и, в конце концов, побеждают тот, у кого самая большая ставка. And, of course, they could do this in multiple countries. You could bid on a country here and another country there, in a state in the United States, and have several bids going at the same time. И, конечно же, это не обязательно нужно только за одну страну, да? То есть ставить. Можно ставить на разные страны, какие вы только желаете, и там, и там, и там, и там, и, соответственно, как бы делать для себя такую диверсификацию, можно сказать. So, how does this work? Now you're in the auction, you got your package, you're bidding on countries, and you will receive a physical passport because of your package. It's a physical passport that has an NFT. So the passport is NFT'd with a unique token, and you have your own private keys in your wallet. You have your own wallet
connected with this physical passport, with this NFT. И вместе с приобретением, значит, определенного ранга в вашей стране, вам будет выдан физический паспорт, который пришлют вам на дом. Но это не просто паспорт, не просто кусочек бумажки. Это паспорт, которому впечатан специальный NFT. К нему припечатан специальный NFT-токен, который привязан к NFT-токену уникальному, который будет у вас. И к этому, у этого токена будет свой адрес, свой кошелек и так далее, свой приватный ключ, ну, именно блокчейн. And this NFT and passport, now every country that you become a citizen of, or vice president, or anything anywhere, now when the world starts, all of the commissions coming from these different places, they all come to this NFT connected wallet. И представьте, что вы, имея паспорт определенной страны, когда начинают работать эти страны, и там люди начинают, соответственно, пользоваться блокчейном и так далее, всем, чем умеем, компенсационным планом, вы получаете проценты, которые капают к вам на ваш адрес вашего NFT-токена в виде пассивного дохода. This will be 100% decentralized and transparent, and all payouts will be done automatically through the blockchain from all of the activity in the countries where you have citizenship. Это будет на все 100% абсолютно децентрализовано и будет производиться в автоматическом режиме, то есть все определенные начисления комиссий с каждой страны, где вы имеете гражданство или вы там имеете определенный ранг. The passport will also have physical chips into it that you can even use it physically, where gold bullion dealers, shops, different businesses that connect with our blockchain, when you walk in person, you'll actually be able to scan the passport and have discounts and benefits in these businesses worldwide. Помимо этого, у паспорта будет внутри тоже встроен определенный металлический чип, который будет давать возможность, интегрируя различные, то есть в скором времени будут интегрироваться различные золотые дилеры по всему миру, да, различные возможности получать скидки, где уже используется наш блокчейн. Вы можете поднести его, да, соответственно, и получить скидку, также и в физическом режиме. Welcome to a new level of blockchain usage and real wealth redistribution. Добро пожаловать на реальное использование и рациональное использование блокчейна и на настоящее перераспределение богатства, которое сегодня происходит. To own a country, to have ranks in a country, there you will have to have one of the director ranks in our compensation plan also. Чтобы получить определенный ранг в стране и получить хотя бы гражданство какой-то страны или там стать президентом и так далее, необходимо, чтобы у вас был хотя бы директорский ранг или выше директорского ранга. So here's an example of how it works. Let's say you have citizenship in France, so you will now earn a percentage of everything that happens in France. Let's use an example. Someone swipes their GS lifestyle card, there's a fee, you get a portion of that fee that goes back to you automatically to your wallet because of the blockchain connecting that transaction to you. Давайте представим такую ситуацию. Вы имеете, то есть у вас во владении есть Франция, вы президент Франции. И все транзакции, которые идут любого человека, который пользуется GS Lifestyle картой, то есть он проводит, покупает хлеб, молоко, не знаю, ездит куда-то по Франции, вы имеете каждый раз комиссию, которая капает напрямую к вам, да? То есть она капает напрямую, и это называется чистый пассивный доход. And of course, because the user of the card is KYC'd, we know they're from France. It doesn't matter where they are in the world, because they are French, and maybe they're using their card in Peru. It doesn't matter. You will get a commission anyways, because that card holder is from France. И даже еще интереснее, так как у каждой карты есть KYC, то есть пройдена верификация, мы знаем, откуда этот человек проходил верификацию и в какой стране привязана, то есть была эта карта зарегистрирована, ну, грубо говоря, где он покупал эту карту, да? И, соответственно, каждый раз, когда он, допустим, едет там в Перу или в Англию, куда угодно, но мы знаем, что он из Франции, каждый раз, когда он где-то там покупает что-то, мы тоже получаем комиссии, потому что нам принадлежит Франция, понимаете? Настолько это круто.
As we do the auction to get into the countries, of course, we're going to end up paying more than the value of the country because we're competing each other to get into it. И понятное дело, что когда мы будем участвовать в аукционе, да, и в этом, то есть в определенных, то есть вот получении стран, каждый будет желать заплатить больше, потому что каждая страна, она растет в своих объемах благодаря тому, что в ней производится, появляется и так далее. То есть каждый будет хотеть заплатить больше. The, let's say, for example, you want to become president of a country, it costs $100,000, and you paid $200,000 to win. The $100,000 difference goes into 70% into a staking pool of that country, and 30% gets burnt. Представим, что вы захотели стать президентом страны, и чтобы стать ее президентом, надо заплатить $100,000, а у вас была ставка $200,000, да? И вы выиграли, да, то есть став президентом. Что происходит с оставшимися $100,000? 70% из них уходят в стейкинг пул вашей собственной страны, и 30% сгорают, но при этом вы ничего не теряете. And every country will have its own staking pool that distributes the rewards with the comp plan of that country to every one of its citizens. И у каждой страны будет свой стейкинг пул, где будут распределяться награды между всеми его гражданами. And of course, all the services that we have, not just in GS Partners, but in the ecosystem, will pay in those countries. For example, like GS Lifestyle, the Trivia Robot, Market Vouchers. И все сервисы, которые используются внутри этой страны, также будут оплачиваться комиссиями между всеми, кто является членами данной страны. То есть это, например, сервис GS Lifestyle карты, где ему оплачивают покупки. Потом Trivia Robot и Market Voucher. The products, of course, like the signature card and gold sales, passport sales, GS Lifestyle card activations. Например, такие продукты тоже, приобретение продуктов, как покупка signature card, покупка золота, просто золото человек идет, покупает с этого тоже комиссии по всей стране. Потом паспорт, продажи паспортов. Потом активация просто карт GS Lifestyle тоже оплачивается. So, in short, right now, as I always say, is an opportunity to position ourselves with another level of business that is going to be on a global scale. Как мы уже говорили и будем повторять, что сейчас самое время спозиционировать себя на уже новом уровне того, что еще никто не видел, и, соответственно, этот уровень, он требует позиционирования, то есть чтобы вы уже взяли свою определенную позицию, место здесь. Now imagine acquiring a small country that has a small GDP, small population, and almost no GS partners. It's obviously going to be very cheap to get into those countries. Представим, что есть страны, которые имеют очень низкое ВВП, то есть, да, очень низкое население, количество мало людей, да, там, и, допустим, пару человек из GS Partners, или вообще нету GS Partners. То есть эти страны, понятное дело, будут стоить дешевле. But this is also very powerful to have a strategy. Maybe you buy a place for really cheap, but then you start sponsoring a lot of people in that area and build a big team in that area. Now you're earning from the regular compensation plan from everyone there and from all of the activity of that country. Но представьте, что с другой стороны, это выгодно приобретать такие дешевые страны, потому что если у вас есть четкая стратегия, что вы будете спонсировать там людей, то есть приглашать людей, я имею в виду, рекрутировать людей в этой стране, то у вас есть потенциал создать там настолько крутую инфраструктуру, что она потом будет стоить очень-очень дорого, эта страна. Now, of course, all of this will create a lot of demand for G999, a lot of burning for G999. И, конечно же, сопутствующие это все создаст прямо огромный спрос на монету G39, и просто феноменальное количество монет G39 уйдет с рынка, сожжется, и будет предложение прямо на порядок ниже. And through the usage of Universal Gold Merchant from businesses in different countries, and GS Lifestyle, and of course GS Partners, people joining in those areas. И, конечно же, в этих регионах люди будут использовать золотые дилеры, да, через Universal Gold Merchant, и GS Lifestyle карты будут приобретать и пользоваться этими картами, и просто пользоваться маркетингом GS Partners по опции, да, тоже это все идет вовнутрь. To the ownership certificates, to the AC Cobra cars, of course, and the medals and the stones.
для, конечно же, сертификатов собственности, которые у нас будут, для NFT-токены, кто знает, это прям мега важная вещь, про AC Cobra, собственные автомобили, которые также уже производятся и скоро будут доступны, то есть скоро мы о них узнаем более подробно. Далее, и металлы, драгоценные металлы и камни, тоже об этом, да, очень важно. Now, speaking of metals and stones, we're pretty much ready to launch with the hard assets. At launch on June 26th, we will see a shop appear on our GS Partners homepage where people can order gold, silver, physical assets that they can have shipped to them. Говоря о физических активах, у нас уже есть конкретная дата, когда они будут доступны, то есть это различные драгметаллы и даже камни. Начиная с 26 июня у нас будет открыт магазин, можно сказать, внутри GS Partners. Каждый сможет заходить и видеть, как можно заказать там различные драгметаллы и камни и заказать на дом. То есть они будут доставлены на дом в физической форме. But we'll also be given a full list of gold bullion dealers that are already be providing the hard assets for us in different countries, like, for example, in Germany, in Croatia, in the United States, and in Florida, for example. There are already several gold bullion dealers worldwide who will be part of this starting at the end of June. И уже заключены контракты с некоторыми золотыми дилерами по всему миру, ну, точнее, не по всему миру, в некоторых странах, да, которые уже будут готовы нас принять, можно сказать, со всеми этими предложениями уже 26 июня, например, там Германия, скажем, Соединенные Штаты Америки, то есть такие более значимые страны, уже они будут 26 июня скоро включены в золотые дилеры. And all of the transactions of silver and gold will all be done through GS Lifestyle, so the card will play an important role in dealing with the different gold bullion dealers worldwide. И все транзакции будут производиться, что касается драгметаллов и камней, все будет производиться через портал GS Lifestyle. То есть, поэтому GS Lifestyle карты играют прямо очень важную роль в нашей экосистеме. And let's say a person orders physical gold, but then they just want to keep it as digital gold, we will have gold wallets, for example, in GS Lifestyle, that you can sell it at any point in time and get the LBMA price in USD directly into your GS Lifestyle account. Для тех людей, допустим, кто не хочет заказывать драгметаллы, а просто хотят сохранить свою ценность, они могут хранить в специальных электронных кошельках на GS Lifestyle. И в дальнейшем, если они не хотят заказывать, а хотят просто продать по рыночному курсу золота LBMA, они могут это сделать в электронной форме и, соответственно, получить любую валюту, которую они желают. The GS Bank, Gold Standard Bank, is open. Now is just some final steps getting ready for people to have their own bank accounts. We will do crypto lending, crypto insurance, and many very powerful services through this decentralized banking. По поводу GS Bank, он уже открыт. Осталось только подготовить кое-какие элементы, например, чтобы люди могли брать криптокредиты, там оформлять различные криптобанковские услуги, открывать свои счета банковские, то есть будет очень-очень много всего, что связано с банковскими услугами на блокчейне. Something that I haven't put in here, but that is also being tested right now and almost ready, probably in the next 3 months, is the smart trading. The smart trading is a team of traders that were hired that will be able to trade different cryptocurrencies for us, generating us passive income, and this will all be done through our accounts in the GS Bank. Еще один элемент, который сюда не добавлен, но он очень важен и будет готов в течение трех месяцев. Ой, трех. You said three months or 3 weeks? 3 months or so. Yeah, the smart trading. Yeah. В течение smart trading, да, то есть появится очень важный элемент в течение трех месяцев. И это тот элемент, когда уже нанимаются трейдеры, профессиональные ребята, которые будут торговать криптовалютой. Они будут иметь определенную, то есть свою прибыль, и нам будут выделять пассивный доход, то есть процент, соответственно, с наших определенных, депозитов, которые мы будем совершать. And remember that everything you're seeing here, your passport, will be the key to all of it. It will have its own NFT and connected to all of these different things, offering various benefits. И чтобы вы понимали, паспорт, почему он стоит в центре? Потому что он будет являться ключом ко всему, что здесь есть, так как к паспорту привязан ваш уникальный токен на блокчейне,
который вы можете посмотреть, там у него будет адрес, кошелек и так далее, и он будет являться ключом ко всему, чтобы там получить доступ ко всем частям этой экосистемы. And for the upcoming smart trading, the percentage rewards we get will be based on the number of community nodes that we have. So there'll be a base percentage, and every community node that you have will increase the returns of your smart trading. И важно понимать, что когда появится smart trading, да, будет определенный базовый процент, который будет начисляться в виде пассивного дохода, но для тех людей, у кого есть community ноды, чем больше у вас комьюнити нодов, тем больше процент вы будете получать сверху этого, намного больше. Also, while participating in the auction to get into the BitCo world, our chairman of the board will be awarding shares to people based on their ranks. So the ranks that people have will receive gifted shares in the IPO. И с грядущим IPO компании GSB как раз таки будет можно сказать, специальное предложение от Джозефа. Он небольшую часть акций, реальных акций перед выпуском их на IPO, перед реальным уже, да, стартом, будет распределять согласно рангам людей, которые, соответственно, люди будут иметь на тот момент распределение, да, то есть поэтому ранги очень важны. I just want to repeat one more time that everything you're seeing here is much closer and more ready than you think. Хочется еще раз повторить для всех, что все, что вы видите сейчас на экране, это намного ближе и намного, можно сказать, уже это в поле нашего зрения уже сейчас, да? То есть намного ближе, чем вы вообще можете себе представить. Mr. Hyde is currently organizing a very prestigious event in Dubai that will attract the attention of everyone in Dubai, including bringing in celebrities, journalists, press conferences. This will be quite a launch event on June 26th. Важно понимать, что 26 июня мистер Йозеф Хайт организовал, организует, да, очень-очень, сейчас даже организовывает такой длительный процесс, мероприятие, которое будет прямо громадным. То есть он сейчас собирает пресс-конференцию, готовит журналистов, готовит, там даже будут звезды, которых многие из нас знают, то есть публичные личности. И будет такое очень престижное мероприятие, о котором, наверное, узнает вообще весь Дубай. То есть это очень-очень, ну, масштабно будет. And while I can't give details, I can tell you this. There are some partnerships, some contracts that are done now. And they are confirmed of big, 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 big investors who will be using our blockchain for all sorts of different industries. И мы еще не хотим раскрывать всех карт, но уже заключены контракты с очень-очень прям мега-огромными инвесторами, которые готовы пользоваться нашим блокчейном и здесь заключать определенные свои моменты и сделки, да, своими бизнесами. As always, now is a time for positioning. What we're about to experience over the next 6 months, we will need a lot of G999, a lot of legacy points and some good ranks to really maximize the opportunity. И это все понимая, нам всем нужно очень много G39 монет, очень много legacy points и хорошие ранги для того, чтобы получить максимальную выгоду из этих 6 месяцев, которые сейчас грядут. And the gateway and the key to all of this is the community nodes. И, можно сказать, воротами ко всему этому являются community ноды. While we acquire community nodes, what are we doing? We're accumulating G999. Когда мы приобретаем community node, что мы делаем? Мы накапливаем G39. We hold G999. Мы удерживаем G39. We get passive income from the G999. Получаем пассивный доход с G39. We get more legacy points, of course, because of the node promos. У нас есть больше legacy points за счет промоушенов, которые у нас есть с комьюнити нодами. And we're going to increase the smart trading results when the smart trading starts. И мы повысим свои результаты в смарт-трейдинге, который будет как пассивный доход, когда он начнется. We often say if you think you have enough G999, you don't. Or if you think you have enough legacy points, you don't. Well, now I want to say if you think you have enough community nodes, you don't.
Мы часто говорим такие фразы, что если вы думаете, что у вас много монет G3 девятки, у вас их немного. Если у вас много legacy поинтов, если вы так думаете, у вас их немного. И то же самое с комьюнити нодами. Важно получить максимум преимущества. И если вы думаете, что у вас много комьюнити нодов, у вас их немного. So here's an example of what community node rewards. That's just for the passive income, what it can look like at 10 cents a coin or 25 cents a coin. И здесь есть такой как пример, да, опять же, чисто в образовательных целях показать, что это значит иметь community node при 10 центах за одну монету и при 25 центах за одну монету, как пример. One community node, for example, at 25 cents a coin is 2,500 USDT in pure passive income. Например, один community node при цене монеты 25 центов – это 2500 USDT дохода в месяц, которые начисляются в монеты G3 девятки. For a lot of people, that's a full-time income just from having one community node when our coin reaches 25 cents. Для многих людей это доход, который они получают каждый месяц, работая где-то или, допустим, перебегая с одних компаний в другие, да. Но при этом всем, то это то, что дает community node при 25 центах за одну монету. That's, of course, on top of the legacy points, on top of the smart trading that I just talked about, all the benefits of the community node. И это, конечно же, в дополнение к тому, что вы получаете и со smart трейдингом, да, в community нодах больше процент, и с legacy поинтами, прям кучу legacy поинтов имеем в community нодах. So how do we acquire a community node? Very simple. We use our GS market vouchers. Как мы приобретаем community node? Это очень просто. Мы используем наши GS Market ваучеры, которые есть в нашем портале GS Partners. By simply clicking exchange for G999. Просто нажимаем exchange на G3 девятки или обменять на G3 девятки. Then we choose our voucher and if we want to pay with Bitcoin or Ethereum and click next. Далее выбираем стоимость нашего ваучера, чем мы будем платить, биткоином или эфириумом, и нажимаем далее. What's really important is this step here, because this is the only way to enter into the community node. If we miss this, we can't use the coins to go in. Вот этот шаг очень важен, потому что если мы его пропустим, то это единственный путь, как мы можем попасть в community node. Если мы его пропустим, то мы уже не сможем зайти в него, просто имея монет. We choose to receive the full amount of G999s. Мы выбираем первую галочку «Получить полное количество G3 девятки». And then we click here to add the full amount of coins to the community node. Мы кликаем внизу галочку «Получить полное количество в community node». Видите, вторая галочка. And then we click exchange. Далее нажимаем exchange, обменять. So, ultimately, everybody, I know this is a lot of information. Конечно же, мы понимаем, что это очень много информации. And I know it's a lot of things to come. И мы также понимаем, что еще больше информации и вещей должны прийти. Our chairman of the board yesterday during the event, he spoke very much from his heart. Наш председатель директоров Йозеп Хайт на предыдущей нашей конференции говорил от чистого сердца. Это было видно по его речи. He told all of us in the community, you know, I don't need money. И он говорил на как раз таки у, ну, на глазах у всего комьюнити, он говорит, ему не нужны деньги. He said, I have enough money for all of my family, kids, grandkids, for two generations, none of these people will need money. И он говорит, что у меня есть столько денег, что их останется и для моих детей, и для внуков, и для правнуков, и этим людям им не нужно будет столько денег. So what we're doing here is more about the vision, about the movement, about helping people. То, что мы делаем здесь сейчас, это больше о видении, о движении, о том, чтобы помогать другим людям. To really help save the community that we had before, too. И, конечно же, для того, чтобы сохранить комьюнити людей, которые у нас были до этого, также. But also to bring something to the world that the world needs, especially in these difficult times. И, конечно же, очень важно принести что-то в мир, то, что действительно нужно миру, а не просто пустышку. То, что сегодня нужно в такие тяжелые времена. Mr. Hyde has a big, big vision, but he also knows that it's going to take time to implement all of this. И мистер Йозеп Хайт сказал, что у него есть видение, и он сказал, что это займет время, да, чтобы все полностью принести в реальность.
Alex Cochindo and his team, our CTO and his team, they know how much time it's going to take to develop and program everything. Александру Кочиндау и его команда, они абсолютно знают, сколько времени занимает. И это не так просто спрограммировать и сделать все красиво и правильно, то, что у нас сегодня появляется. Which is why they're not concerned with the price of the coin, because they know that there's only one way this can go with time. Почему они не обеспокоены вообще ценой монеты? Потому что они 100% знают, что там только один путь, что может с этой монетой быть в течение времени. The people who understand this vision and this ecosystem, they also understand that it's a good thing that the price of the coin is low right now. Те люди, которые понимают эту экосистему и знают, где мы есть и что мы делаем, они очень радуются той цене, которая сегодня есть. It's only the people with a very small mind who obsess over the price of the coin. Why isn't it going up? Why isn't it going up? И есть другая часть людей, которые очень сильно расстроены, у которых нет видения, они очень сильно расстроены из-за цены монеты, почему она идет вниз, почему она не взлетает. The people who understand that right now, the unique opportunity we have in getting a lot of these coins to grab these positions all over the world in this massive ecosystem is a once-in-a-lifetime opportunity. И этот шанс, это для тех людей, кто понимает, что сегодня, приобретая монеты по низкой цене, это тот шанс, которого не будет больше никогда, по той самой причине, потому что мы идем, соответственно, с развитием этого всего, да, и тут неминуемый успех. То есть это действительно большая возможность. And for the people who can't afford to acquire more coins, this is where we have a beautiful, powerful business model to help us get more income to do that. И сейчас внимательно послушайте. Для всех людей, кто говорит, что не может позволить себе приобрести большее количество G39, у нас построен чудесный компенсационный план, маркетинговый план, который позволяет заработать хорошие деньги и эти деньги инвестировать в монету. В чем вопрос? We get paid in Bitcoin and Ethereum in real-time commissions to promote the G999 project. Мы получаем прибыль в реальном времени в биткоинах и этериумах. И это мы получаем не просто то, что рассказываем о чем-то. Мы продвигаем идею, рассказывая людям о возможностях с нашим блокчейном. I know a lot of our products are small commission value. We know this. We have smaller margins. Мы знаем, что у нас небольшая маржа на наши продукты. То есть у них небольшая комиссия, которая начисляется в партнерской системе. But remember that we are in pre-launch and we don't have all of our products yet. Но всегда помните и осознавайте, что мы только в прелаунче, мы еще в предстарте. И те продукты, которые сегодня есть, только маленькая часть от того, что еще грядет. And remember also that everyone can do the business with a free account right now. И каждый помните, что сегодня есть еще возможность, что каждый человек может делать бизнес и зарабатывать деньги с бесплатным даже аккаунтом. And remember also that our compensation plan is not yet complete. И помните, что наш компенсационный план, он даже еще не завершен, он не имеет своей завершенной еще формы. Right now we have 6 of the 7 ways to get paid that we will have. На данный момент у нас есть 6 из тех вариантов оплаты, которые сегодня есть, и 7, которые у нас вообще будут по нашему компенсационному плану. Of course, we have our 18% direct commission. Конечно, у нас есть 18% прямой комиссионный. A 9-level, uni-level pay plan. 9-уровневый план выплат в реальном времени. All this is paid in real-time commissions. И это все оплачивается в реальном времени, не нужно ждать. Then we have monthly bonuses based on the rising Blockstar, Blockstar, Blockstar Supreme, Blockstar Pool Match, and Infinity Ranks. И также ежемесячные бонусы, которые начисляются с Rising Blockstar, Blockstar, Blockstar Supreme, Blockstar Pool Match, то есть matching бонус по вашим партнерам, которые внизу на первом уровне квалифицировались на эти Blockstar. And the Infinity Ranks, yes? И, конечно же, Infinity Ranks. Yeah, so we have the 9-level pay plan, basically, that's real-time, and then we've got these big monthly bonuses. И, понимаете, у нас есть определенные комиссионные, которые мы получаем в реальном времени, в биткоинах и этериумах, и в конце месяца еще большие бонусы, которые идут с вот этих
Blockstar и Infinity Rang. But right now, the programmers are working right now as we speak on finalizing our last part of the comp plan, the partnership bonus. И сейчас программисты работают над финализацией, можно сказать, над финальным завершением нашего последнего, точнее, окончательного в нашем компенсационном плане еще одного плана выплат седьмого. So today I'm going to share a little bit of a secret with you that we haven't mentioned anywhere until now. И сегодня Мартин скажет нам секрет, который еще никогда не оглашал ни в одной презентации. The partnership bonus is called a one-up coded bonus. Партнерский бонус или partnership bonus, седьмой бонус, да, он называется, можно сказать, how to interpret it. Он называется one-up coded bonus. If you want to do some research, because I am not going to talk about it too much today, but it's also known as an Australian one-up. У него есть другое название, тривиальное, которое называется Australian или австралийский one-up. Можете забить в интернете или почитать об этом бонусе более подробно. This is a bonus that pays to infinity. Это бонус, который выплачивается до бесконечности вниз. Real-time commissions. Комиссии в реальном времени. And if you have been building wide, and I'm telling you, this will change your paycheck big time. И в случае, если вы строили в ширину, то есть приглашали много людей, то поверьте мне, это изменит ваш paycheck, да, или выплаты в разы. Speak to any big networkers, they will know what this is, and they will know how big this is for the compensation plan. Разговаривая и общаясь с большими сетевиками, с людьми, которые строят реально бизнес, они понимают, что это значит и насколько большие прибыли грядут за этим видом дохода. So, for a lot of people who wonder, can I do this business? The reality is you don't have to explain all of this. По сути дела, для людей, которые хотят заниматься этим бизнесом, в реальности нам всем не нужно объяснять то, что мы объясняли в этой презентации. All you got to do is reach out to some people, see if they want to make more money. Все, что нужно делать, это постоянно знакомиться с новыми людьми и спрашивать у них и задавать один вопрос: хотите ли вы сделать больше денег? Get them to watch a presentation, any presentation. Дайте им любую презентацию, которая у вас есть. And then just call them back and introduce them to one of your upline directors or executives to answer their questions. И просто потом позвоните им и представьте после того, когда, то есть расскажите им об этом, и представьте вашего человека вашему вышестоящему партнеру или директору над вами. And gradually, step by step, they can learn a bit more and a bit more and a bit more over time. И постепенно, шаг за шагом, они будут познавать все больше и больше и больше, как мы сейчас с вами познаем. I know what we have is complicated, but it's unavoidable to make it complicated because it's such a big ecosystem. Мы знаем, что то, что здесь есть сегодня, это сложно, но это стоит того, и это невозможно предотвратить, потому что мы строим огромную экосистему, то, чего не делал еще никогда и никто. Where we're going, no one has ever been. Туда, куда мы идем, еще никто не был. And some people won't understand that, and that's okay. И многие люди этого не поймут и не сейчас не понимают, и это нормально. But those who can see where this is going, who can see the vision, I know those people, they realize what a special place we're in right now. Но для тех людей, которые хоть немножко понимают, куда мы идем, они осознают, насколько уникальное место, в котором они сейчас находятся, и они это очень ценят. And those are the people you spend time with, and you work with, and you build strong relationships with. И для тех людей, с кем вы строите серьезные отношения в этом бизнесе и работаете серьезно, и созваниваете серьезно. The people who go on, off, what's happening with the price of the coin, don't worry about those people. С теми людьми, которые то включаются, то выключаются, то включаются, то выключаются, то входят в бизнес, и все это зависит только от цены монеты, забудьте про этих людей. This is a different paradigm. What we're doing here is going to transcend what anyone has done with cryptocurrency so far.
То, что мы сегодня делаем, это, по сути дела, как мы уже говорили, меняет парадигму всего, что было связано с криптовалютами до этого. The bottom line is, right now, we have a simple game plan. И подчеркивая все, что было сказано выше, у нас есть простой план игры. То есть как начать и вообще как развивать то, что мы имеем сегодня. As always, we can just wait for the next thing, or position right now. У нас есть два выбора. Либо первый выбор – это, как всегда, ожидать, что будет больше, либо взять то, что есть сегодня, и быть в этом плане успешным. So how do we position? Get as many community nodes as you can. Как себя спозиционировать? Первое правило – набрать как можно больше community нодов. Это сыграет большую роль. So that was the first step. The second step – help others do the same. И второй шаг – помочь другим сделать то же самое. And everyone just do one and two, right? Get community nodes, help other people do the same. Каждый делает просто первый и второй шаг. Первое — это получает или приобретает community node, и второе — это помогает другим людям делать то же самое. Right now we're at the beginning of the month, May 5th, and it's the very important time right now to look at what rank you're going for and what strategy you have in place to achieve this rank. Сегодня начало месяца, и это 5 мая, поэтому очень важно именно оценить это время по достоинству и ответить на вопрос, к какому рангу вы идете. Какие цели вы для себя поставили на этот месяц? Это важно. I want to find the promo. I didn't have it in my slides. So just give me one second. I just want to get the new promotion that we have for the that just started. Just give me one moment. I thought it was here. Oh, paydays, there it is. Okay, so let me reshare my screen. Can you see my screen? Yes. Okay. Right now we have this promotion that started and it's retroactive. It starts from May 1st all the way to June 15th. Сейчас начался промоушен, который является ретроактивным, то есть он начался с 1 мая уже и длится до to May 30th. May 1st to June 15th. До 15 июня. С 1 мая до 15 июня. We get a 1.5 multiplier on legacy points, all the legacy points we earn during this period. В течение этого времени каждый legacy point, который мы зарабатываем, они умножаются на 1.5 раза. For everyone who filled up half of a community node in April, congratulations, you have 2x and 1.5x. So 2 times 1.5x, now you have a 3x. Для каждого, кто заполнил половину хотя бы community node, то есть 500 000 монет в апреле месяце, у того в этом месяце есть еще плюс 2x. То есть в этом месяце они получают в 3 раза больше legacy points. And if you filled up an entire community node in the month of April, during the promo that we had, now you have a 3 times 1.5, so 4.5 multiplier. В случае, если вы заполнили полностью community node в течение месяца апреля, то в этом месяце мая вы получаете аж 4-кратный множитель на все ваши получаемые legacy points. Now, for this promo, everyone who fills up half of a community node during the promotion will get 500 legacy points with the, on top of that multiplier. Важно понимать, что каждый, кто заполнит community node в мае месяце, вот сейчас, на 50% получит 500 legacy points, помноженных на этот мультипликатор. If you fill up a community node completely, you get 1,000 legacy points with the multiplier. Если вы заполнили community node полностью, то вы получаете 1000 legacy points, помноженное на мультипликатор. And the maximum you can earn from community nodes is 14,400 legacy points in the month of May. И максимум, сколько вы можете заработать legacy points именно с community нодов в месяце мая, это 14,400 legacy points. And let me reshare my screen to come back to... There we go. So that's the strategy right now. Everyone, we're getting community nodes and we're helping people do the same. И это стратегия. То есть мы сейчас приобретаем community nodes, чтобы спозиционироваться, и помогаем другим делать то же самое. And for those who do speak English, or if you have anyone in your team who speaks English, today at 2 p.m. Eastern Standard Time, 8 p.m. Central European Time, is the opening of the new month,
opening of the month training with Ambassador Michael Далко, who has almost 30 years of experience in network marketing. Для тех, кто владеет английским, или если у вас есть люди, которые владеют английским, например, я там лично тоже буду, сегодня в 8 часов по центральноевропейскому времени или 9 по Москве вечера состоится обучение от крупного амбассадора, то есть Майкла Далко, это большой лидер нашей компании, у него более 30 лет опыта в сетевом маркетинге, и он называется, этот тренинг, «Открытие месяца мощно», да, то есть чтобы мощно и прибыльно открыть месяц мало. It's an important training, really emphasizing how to build with the month, how to set a rank, how to achieve that rank, what you need to do week after week after week to build up momentum. И там как раз будет показываться как визуально, так и рассказываться об этом, как начать месяц и как строить из недели в неделю, из недели в неделю для того, чтобы прийти к результату. So with that, as always, I'm going to open it up for Q&A. If you have any questions, anything you want to get into, let's open up the participants in the chat. And is there anything you wanted to add, Leo? Did you want to say anything from your own words to the people? Because if you do, please do. And yeah. На самом деле, да, я хотел бы тоже здесь сказать немножко слов по поводу того, что вообще происходит. Во-первых, да, у кого есть вопросы, вы можете сейчас поднимать руку, да. Но так я хочу сказать, что сейчас самое время спозиционироваться и непосредственно настроить свой фокус на завершение месяца, потому что у нас есть немного времени, чтобы победить в Dream Incentive, это очень важно, да, и те, кто сейчас накапливают Legacy Point, это, конечно, большие молодцы и счастливчики. У нас, скажу уже так немножко, да, в некоторых командах есть люди, которые накапливают достаточно много Legacy Point и стремятся в топ-призы. Поэтому желаю всем накопить много-много-много монет G39, пока они дешево стоят. Это буквально момент, который нужно ценить. Да, и Legacy Point. Так, Андрей, может быть, у тебя есть какие-то вопросы? Hi, Martin. Nice to hear you again. Hi, здравствуйте, Лео. Здравствуйте все. У меня есть три вопроса. Martin, I will ask you in the Russian language, so the other people can hear it. So, первый вопрос у меня есть, где можно найти всю эту информацию в PDF-файлах или что-то такое, чтобы можно было ее как бы, брать и вставлять в видео и так далее? Именно информацию, потому что мы сегодня получили? Не только сегодня, но даже прошлую. Ну, скажем, что вся информация о проекте, что есть сейчас. Where can we get some PDF format about the vision, what we have in this presentation and what we had before? Is there some PDF format to show our future partners? Not yet. I spoke to Alex this morning. He's going to give me a more finalized version of for the Bitco world because there's already changes and adjustments and calculations. Our goal is to, by launch, to have official company presentations on products, ecosystem, compensation plan, final versions. And these will be translated professionally into multiple languages. So we will have PDFs for everyone to use company-wide, but right now, no, not right now. Сейчас нет, по той самой причине, потому что компания хочет сделать все профессионально, и, как говорил Александру, что к старту нашей компании, да, хочется, чтобы... То есть мы сейчас стартуем, и мы хотим подготовить полностью готовые PDF-форматы презентаций всех на всех языках мира в профессиональном переводе людей, которые знают эти языки, да, то есть профессиональные переводчики, и это все будет готово к старту. Поэтому сейчас вот в неготовом варианте еще они не сунутся давать, можно сказать, эти презентации, да, чтобы, опять же, не внести дезинформацию, это важно понимать. Окей, благодарю. Потом второй у меня вопрос есть о Bitco World. Сейчас как бы была информация, что можно будет три пакета A, B, C. И с каждого там есть процент каждого месяца, что можно получить по монетам. Их можно как бы приобретать множество или только нужен будет один и потом просто закидать монеты или legacy point? Хороший вопрос.
The second question is about Bitcoin World and Bitcoin World, yeah, and about those ABC packages. So will there be an option to buy multiple of those packages, or it's just a single purchase? As far as I know, it's a single purchase. I don't know if there'll be a renewable aspect because the passport, maybe, I don't have final things here, but it might be a renewable monthly small fee for the passport to keep going, but only one-time purchase of the package. Будет только как бы одноразовая покупка того или иного пакета, и единственное, что может обновляться с подпиской, это продление паспорта. Да, все остальное будет покупаться только один раз на один аккаунт. Даже если это как бы идет 6 месяцев, только раз его покупаешь, например, первого месяца, и уже не нужно будет покупать, верно, да? Еще раз? Если там есть 6 месяцев, что можно приобрести этот пакет, нужно будет купить только один раз в этих 6 месяцев или каждый месяц нужно будет его нужно будет приобретать? So, if we have 6 months to purchase those one of those packages, will we have to buy each of those every month or just once in 6 months? Once in 6 months, it opens up the whole auction for you. Это только один раз за 6 месяцев, и это открывает полностью аукцион для тебя, чтобы ты мог принять участие. Понятно. И тогда последний вопрос у меня, и оставлю слово другим людям. Я на прошлой презентации задавал вопрос Мартину по поводу legacy point, что не были начислены на аккаунты прошлого месяца. Или он спросил в технической поддержке или нет, ну, технической тима. Yes, and the last question is about he already asked it on our previous presentation about legacy points which were not counted to accounts. Have you asked to technical team about it? No, I'm sorry. Okay, can you send me did he send me the usernames already? Ask him to send me the. I completely slipped my mind. Ask him to send me the usernames of those people on Messenger, and I'll grab them from there and put them into the IT chat. Пришли тогда Messenger Мартину все юзернеймы этих людей, да, которые не получили, и тогда он их разберет. Okay, no problem, Martin. Thank you so much. Sorry. Yeah. I have to go in 8 minutes because I have a council meeting. So, yeah. So for me, it's finished. So have a good continuous. And thank you, Martin, again. Thank you. Alexander Osipchuk. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый, вот относительно этого паспорта. Его будут иметь только люди, начиная с гражданина и выше, то есть с директора. Или все активные участники системы? Mm-hmm, благодарю. According to our future passports, who will be able to have those passports? Only presidents or all the citizens of the country? All the citizens. Anyone who acquires that package will receive a physical passport with their own NFT. And then whatever they decide to bid into, they'll be able to grab citizenships in different places. And if they don't, they still have the passport they can use for other things in the ecosystem. Mm-hmm. То есть, по сути дела, этот паспорт, да, его будут иметь все абсолютно. Граждане и, соответственно, президенты всех, да. И он сможет использовать внутри этой экосистемы и даже потом продать паспорт, если у него mm-hmm. будет такой момент. То есть, будут такие варианты. Но гражданами, как я понял, могут быть люди, начиная с директора. А вот те, что ниже. But for citizens can qualify only those who are directors or above, right? I don't know the details yet. I do believe to be a president, a person has to be national director or higher. And the lower ranks might be low, like the lower positions might be lower ranks. Maybe average citizens don't have to be director, but I know the top, not citizens, the top 6 definitely are going to need ranks.
по поводу самих граждан, он еще не уверен, что нужны будут ранг директора и выше, но чтобы стать, допустим, там послом или еще кем-то, да, то президентам нужен будет ранг. Разумеется, без документов такие люди не бывают. Тогда еще один вопрос такой. Вот мы много знаем, нам рассказывают, что будет, а вот если новый человек, как ему очень коротко сказать, что мы продаем? Он, соответственно, покупает, и он сам должен будет продавать. Вот сейчас что можно коротко очень сказать? Как? Хорошо, хороший вопрос. How would you describe shortly for new people about the whole ecosystem we have? What do we sell? What do we sell? What do we offer? In short, a blockchain that will be connected to many, many industries worldwide with a coin as its central currency. That's it, really. То есть, если коротко, то мы создаем блокчейн, который объединит много-много различных индустрий с одной своей внутренней, можно сказать, или внешней валюты, которая у нас есть, как G39. Это вкратце. If you want a one-stop shop, where you can come and bridge between fiat and crypto and hard assets and really live from cryptocurrency and blockchain, this is the place. И спросить человека, если вы хотите, чтобы вы могли жить на криптовалюту, тратить криптовалюту, использовать любую криптовалюту везде и, соответственно, как бы использовать ее легко, то это то самое место, где есть все эти элементы. То есть ему надо будет иметь в конечном итоге как можно больше криптовалюты, которая неизбежно будет расти. Я думаю, что да, да. Угу. Благодарю. Thank you very much. My pleasure. Лада. Hi, Мартин. Привет, Лео. Да, здравствуйте. Да уж, круто. Даже у меня так... Голова кругом идет. Ты скажи, Мартин, поэтому я буду сейчас медленно. Да. She is mind blown of what happened. It is mind blowing. Мартин, ты представляешь, я не знающий английского языка, каждый раз высиживаю, слушаю на английском языке и что-то пытаюсь понять и что-то понимаю. Probably it might sound interesting, but she understands some of details from our English presentations and live events when she's attending because of something, because of energy, you know. Nice. Я подтверждаю слова Джозефа Хайта, то, что он сказал. Это я поняла точно, что у него столько денег, у него есть деньги, и у него столько денег, что ему не надо, то есть он обеспечит все своих потомков, и он вкладывается в этот проект. Я подтверждаю это. Yeah, and she accepts really, and she sees it that Josip Haidt, he has a lot of money, and he doesn't like need more, like yeah, he exactly. already yeah, everything, and he just wants to build something new. Я также подтверждаю то, что я поняла. Был еще разговор про Bank of America. Что он не имеет блокчейна. Наш банк имеет блокчейн. Я паузу буду делать. And also about the Bank of America, which has not blockchain, but ours will have. Absolutely. Ну, да, вопрос? Я чуть позже вопрос. Я просто для своей команды также хочу подтвердить это. Ну, ты скажи, чтобы было понятно, чтобы он меня не торопил. Yes, she just wants to come step by step for her team to understand the whole picture. Does that? Yeah. Да? Mm-hmm. И то, что в нашем банке вклады будут, депозиты будут застрахованы. И то, что ни один банк не предоставит возможности быстро снимать депозиты. And я правильно поняла? And to confirm, is it right that our bank will guarantee the security of our assets and ensure that we will not lose any money by hackers or some. Yeah, Mr. Haidt said this yesterday. He's uh,
he's offering to give 100% guarantee on everything being held, yeah. Да, он подтверждает, Хайчер сказал, 100% гарантия на любые финансы в этом банке. Это круто, супер. Но технологически мы узнаем об этом позже. Марсин, переведи, пожалуйста. But technologically, we will know about it a bit later, right? Honestly, I don't know everything that's starting on June 26th because there's more than we think. I didn't know the gold bullion dealers would be ready, for example, that we'd be ready to order gold directly from our back office on June 26th, and we will. I didn't know that the bank was pretty much ready to go with all the compliance and regulations and this stuff with GS Lifestyle. So there's a lot more happening than I even know. Yeah. 26-го числа мы узнаем даже намного больше, чем планировалось узнать, по той самой причине, что Мартин, например, не знал, что банк уже готов. Он не знал, что там золотые дилеры тоже уже готовы, контракты заключены. То есть многие вот эти моменты, они очень резко появляются, и, как он говорит, все детали будут очень яркие, да, 26-го числа. Okay. I think there's a secret that we all should know. I don't think Mr. Joseph Hyde sleeps. И Мартин говорит, там есть один секрет, о котором, наверное, все уже догадались. Йозеф Хайт никогда не спит. It's crazy. Yeah. Безумие, да, безумие. Crazy. Значит, я от себя скажу, что для меня сейчас тема Bitco World, виртуальная картинка. Но я понимаю смысл, заложенный в этом. Вопрос будет позже. Mm-hmm. I understand the whole thing about Bitcoin world, but может быть 8 минут у Мартин, даже 5. How much time do you have, Martin? I have 1 minute. Не пойдет. 5 минут, прошу. Да, 5 минут, прошу. У него... do you have 4 more or just 1? No, the council meeting come into my Zoom. So the Alexandru and the other leaders, they're coming into my Zoom here, so I have to change rooms. В таком случае я самого главного не скажу. Мне нужно позаботиться о Лиле Коваль, о моем партнере, который никак не может. Уже вторые сутки пошли запустить стейкинг. Прошу Мартина на личную встречу, чтобы он помог запустить первому моему партнеру по стейкингу, чтобы я могла это продублицировать. Иначе все это не имеет смысла. One very important question for you to help Lily for one of your partners, Lily Koval, to start your staking, to have a meeting with you personally someday, probably to help, because they tried all the instructions, all the types of I don't know help, but they cannot success with their staking. I won't be able to help you. I had the same thing with my wallet. All I did was restart the computer, stop the wallet, lock the wallet, unlock the wallet, start it again, unlock it, lock it. All I did was play around with starting and locking it and unlocking it, even while it's syncing. You know, when you turn it on and it syncs, I would lock it and unlock it for staking, and eventually it turned on. So I actually don't know of a solution. All you can do is restart the wallet, lock and unlock, and try it in different combinations, and eventually it starts. Он не сможет в этом помочь, потому что когда у него была такая же ситуация, он просто выключал компьютер, перезагружал кошелек, потом разблокировал свой кошелек, стейкинг, и после этого он, ну, как бы заработал. То есть у него нету конкретного подхода к этому моменту, у него такая же была проблема. Вот, просто нужно много раз перезапускать, делать... Я поняла. Значит, напоследок скажу следующее. Правильно я понимаю, вообще я хотела бы так озвучить, то, что будучи в GS Partners, имея монету и все, что дает GS Partners, мы можем жить на монету G3-девятки. И вся инфраструктура выстраивается под нас. Будет G3-девятки, мы на этом можем жить. Мы, наши близкие, наши друзья и так далее. Спасибо. Yeah, the last one. Is it right that we can live with our G999 and for using our G999 in our future, like to live, to pay for a bread, to travel, and is it of course we're going to have it on GS Lifestyle so that we can go back and forth from fiat directly with G999.
good jazz lifestyle. То есть, да, Мартину уже надо бежать. You have to go. Yes, I have to go. Thank you, everybody. Thank you for attending. I hope you got value from today. I have to cut this one a little bit faster because of the council meeting that I'm called to, but I'll see you all next time. Увидимся в следующий раз. Мартину уже пора бежать, правда. Если что, увидимся в следующий раз.